Всем шалом, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Сергей. Сегодня приготовлю стейк из курицы, или как у нас в Израиле говорят, стейк паргит. Стейк мы будем делать из бедра, голень мы возьмем на другое блюдо, наверное, на супчик. Давайте приступим. У меня здесь два окорочка. И здесь у нас еще здесь ребрышки. Ребрышки нужно удалить аккуратно, чтобы не повредить. Вот, видите, здесь две спинки вот такие. Нужно их отделить аккуратно. Порезал по хрящику, и бедро у нас освободилось. Кожа здесь нам тоже не нужна. Жир я удаляю. И здесь у нас остается еще одна косточка. Разрезаем по бокам и засовываем ножик. Вот у нас и получилось паргит. Как на иврите говорят, паргит. Стейк паргит. Теперь мы чуть-чуть раскроем наш стейк, чтобы он был именно поверхность у нас. Толщина ровная. Идеальный стейк. Отлично, да? Понятно до сюда, да? Все. Это мы убираем в сторонку. У нас один стек уже готов. И второй стек. Ребята, второй стек готов. Красиво, да? Так, теперь мы переходим к маринаду. Маринад у нас будет идеально вкусный. Для меня как идеально вкусный. Это древний мой рецепт. И проверены. Значит, мне для этого нужен тимьян, красивый такой, цедр лимона, чеснок, петрушка, соль, перец, оливковое масло, кориандр и хлопья чили. Кто любит именно чуть остренькое такое. Так, перейдем к петрушке, максимально мелко. Ну, для два стека это нормально, это хватит. Мой любимый тимьян. Чеснок. Превращаем в пюре. Цедр лимона. Он придаст вам классный вкус в конце. Он не исчезнет и будет вам вкусненько. Кориандр. И чили. Этого достаточно, потому что очень острый. Конечно же, соль. Без нее никуда. Черный перец. И оливковое масло. Оливковое масло, не жалейте. Маринад у нас готов. Конечно же, он должен постоять хотя бы часик в холодильнике, пусть отдохнет.
пропитается всеми вкусами, всеми ароматами. Все, через час увидимся. Вот и час прошел. Маринад можно сделать его на ночь, чтобы постоял хорошенько, чтобы впитался вкус. Ну, мы здесь по-быстренькому, на сковородке, кто хочет на гриле, кто хочет на огне, как вам удобно. Сковородка, любая хорошая сковородка, нагреть ее хорошенько, немного масла, буквально капельку, уж не забывайте, что у нас и паргиот, у нас тоже стейки с маслом. Хорошенько нагреем. Как сковородка начинает дымить, значит у нас сковородка готова. Теперь на сковородке есть две части, правильно? Бедра. Есть гладкая и шершавая. Я всегда кладу на гладкое, и это правильно. Для меня правильно. Она никогда не прилипнет у вас. Так мы будем переворачивать один раз с каждой стороны. Видите, здесь уже беленькая такая. Да? Отлично. На этом этапе можно перевернуть. Газ у меня на среднем огне. Буквально 4 минуты с каждой стороны. Пережаривать не надо, потому что она будет у вас сухая. Ребята, все. В принципе, вкусный стейк из курицы, из бедра. Красиво, вкусно. Можно это сделать на природе. Давайте разрежем. Обязательно попробуйте. И напишите, как было. На огне это еще вкуснее будет. Я пошел кушать. До свидания. Литрот. Bye.